Bora. Ну вот атака. Гостей! Какая одинокая в пользу Локомотива, но этот мяч не будет защитным по той простой причине, что Виталий Лизакович в положении вне игры. Команду вот так. Снова Кабанов с мячом. Можно давать передачу направо. Крыховик. Прострел. Лисакович. Какой момент. Ложный замах. Теперь справа можно грузить вверх. Подача. Павлов. Такую сообразную скидку делает на Кротова, который оказывается на дальнем углу штрафной площади. Кротов. Мягкий заброс. Удар. Момент. Павлов. С линии вратарской выносит этот мяч. Бог ты мой. Вот это эпизод. Штрафную. Гильерме смахивает мяч под удар Морозову. И опять Пабло. Какой красавец, а! Они разбирают, ты чего лезешь? А что ты не лезешь? Ну и ты чего лезешь? Ты лезешь, чего лезешь? Тренер разговаривает, ты чего лезешь? Иди забирай свое дело. Подача, удар поворотом и мяч в сетке. Джекас Крихорак выводит Локомотив вперед. Как это часто бывает в сложной ситуации, польский опорный полузащитник приходит на помощь. Как те самые Чип и Дейл. 80-я минута, 1-0 в пользу Локомотива. Sozinha a igreja? É claro que quando um zagueiro é considerado o melhor da partida, significa que a gente teve bastante dificuldade. Конечно, когда защитника признают лучшим игроком матча, это значит, что у команды были сложности. Mas o mais importante é o espírito da equipe. Самое главное – это дух команды, который мы сегодня показали. Uma equipe com uma identidade muito forte agora. Команда, которая нашла свою игру, свою идентификацию и показала, что мы очень сильные в этом.
E tem jogos que a gente vai ter que jogar na raça. И будут игры, которые команда должна играть на нервах. Вы выдавливаете себя на костях, на мясе. А Марк, поздравляем с победой вашу команду. Насколько тяжело она получилась, насколько много проблем соперник вам сегодня создал? Очень важно сказать. Хочу поздравить команду с победой. 5 игр подряд мы выигрывали. Второй части сезона. Двигаемся дальше. Это был важный шаг для нас. Перерывом, который сейчас наступает в Лиге сборной. Так у нас есть времени сейчас приготовиться и собрать еще игроков, которые не играли сегодня, а это было много потерь. Но все равно очень важно, 3 очка у нас. И молодцы, ребята, так счастливы, что 3 очка, такие очки очень важны.